Руки, руки за голову. Вот. Нить, конечно, но вот вы нас проверяете, а вы кто? Ноги шире! На каком основании, в чем дело? Не стоять! Колени подогнули! Взвод, окружать! Не стрелять! Глаза с меня смотри, смотри в глаза! Глаза смотри, еще сказал! Стоять! Кто ты, откуда? Кто? Быстро говори! Кто ты? Как зовут? Имя? Откуда? С какой части? Чем занимаешься? Как еще раз зовут? Как зовут? Как зовут тебя, спросил? Откуда? В этом положении. Здесь, лежать! Судика психического воздействия, да? Просто парализует на его. Колени подогнули! Не стреляй! На грудь лёг! Да! Сил! Ты его убил? Нет, я никого не убивал! Это не я! Я жить не буду! Не ходи, падай! Это не смей я. Его трогать! Он убил Ваську! Трудников. Как провести вербовку кодирования? Как стереть информацию? Смотри в глаза! Глаза смотри, еще сказал! Стоять! Кто ты, откуда? Кто? Быстро говори! Кто ты? Как зовут? Сергей! Тогда живи! Только дышать будешь, как я скажу! Имя? Откуда? С какой части? Чем занимаешься? Как еще раз? Хлебцовку! Мищенко! Матильда! Кто он и где? Как зовут? Как зовут? Как зовут тебя, спросил? Откуда? В этом положении стоять! Колени подогнули! Колени подогнули! Не стреляй! На грудь лёг! Да! Методы психокодирования и альфа-допрос, момент истины, как с него снять информацию и форсированный альфа-гипнотники. Спать! Медленный глубокий вдох и медленный глубокий выдох. На вдохе спокоен, на выдохе расслаблен. Психофизической регуляции примерно на счет 10 мы можем с вами узнать. На неком психокодировании. Нет моего подсознания. Правый глаз, я смотрел. Глубины моего подсознания. Больше и больше, и глубже, и глубже. Это 6. Звуки тебя слева. Звуки прыгают в наши глаза. Еще больше все расслабляется, расслабляется, расслабляется. Вот вам бокс, вот карате. Посмотрите, вот вход, лоу-кик. Тема ближнего боя. Это штурмовой бой спецназа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сразу же. Дальше техника удушения. Перед этим идет отвлекающий, шокирующий удар. Вот вам бокс, вот карате. Посмотрите, вот вход, лоу-кик. На сегодняшний момент система комплексная, которая включает в себя лучшие техники бокса, кикбоксинга, карате, самбо, дзюдо, джиу-джитсу, адаптированные для уличной самообороны. Посмотрите, удар в область паха, удар в глаза, работа. Область печени. Два. Оп. Вот вам айкидо. И я работаю с его системой, с центром массы, с его позвоночником. И я его повел, как самолет, на посадку. Дальше применяю технику, то, что демонстрировалось спортивного сам. Два. Раз, два. Также я его забираю, позвоночника, треугольник. Вышел на центральную линию оси, и я работаю с его системой, с центром массы, с его позвоночником. И я его повел, как самолет, на посадку. Дальше применяю технику, то, что демонстрировалось спортивного самбо. И более мягкие техники на основе айкидо, тайчи. Двоечка, раз, два, раз, два, три, четыре. То есть это мягкая техника. Раз, два, три, четыре. Я использую энергию, инерцию противника. Раз. Оп. Вот вам айкидо. Тонкая работа на уровне психологии. Энергетики. На переключение внимания, работа с сознанием. Спать! Дыхание свободное, спокойное и ровное. Гипноз. Гипноз — это
это власть одной идеи. Когда мы сконцентрировали внимание на чем? Сделать переключение внимания с эмоционального стресса, с умственной перегрузки, физической усталости и релаксации. Для начала мы с вами создаем зону комфорта и безопасности. Контроль ситуации, взгляд перевели вперед, посмотрели, есть ли там воображаемый противник. Взгляд влево-вправо, возможно вверх, возможно вниз. На счет 10 на неком психокодировании, неком метода самогипноза. Приемы самокодирования, как на счет 10 уснули. Все. Медленный глубокий вдох. На счет раз почувствовали, ваши веки становятся тяжелыми. Глаза начинают слипаться. Третье. Глаза, особенно в правый глаз. Цифра 7. Взгляд пошел вверх. Почувствовали, как накатывает тяжесть. Закрываются. И я расслаблен. И я отдыхаю. В этом состоянии тело спит, а сознание будет. Мы вошли в нулевое измененное состояние сознания. И мы с вами сейчас выставим внутренний будильник, например, на 5 минут. Я спокоен, я расслаблен. Считаю до 3, все тело расслабляется. На счет раз, расслабление. Сердце бьется спокойно и ровно. Дыхание глубокое и ровное. Пульс во всем теле ровный. На счет 3 встаешь. 1, 2, 3. Все тело напряглось. Руки напряглись. Ноги напряглись. Глаза закрываются. Правая рука поднимается вверх. А рука как камень, все тело напряглось. Пошла назад. Спать! Прикрыли глаза и сосредоточились на своих внутренних ощущениях. Голова будет чистой, свежей, ясной. А все тело отдохнет. Активизируется ресурсы подсознания. Приснится солдату сон. Пусть прекрасен будет он. Пусть приснится дом родной. Баба с пышной звездой. Медленный глубокий вдох. Структуру войск. Съемка специального пошла. Назначения. Вадиму Старого. Бойцом с краповым беретом представляем систему боя. Вот сюда заложи. Смотрите, реально. Бьешь. Вот, еще. Оба, реально. Оба. Еще. Чтобы понимать, реально по полной. Хуба! Реально! Хуба! Еще раз! Реально! Риска! Жестко! Оба! Есть! Еще раз! Жестко работаю! Хуба! Еще раз! Когда тебе кто-то говорит, продемонстрируй там бесконтактный бой. Психологическое, психическое воздействие. Действие он закроется. В провал на физическом уровне, психологическом уровне. Двоечку. Раз, два. Куда? Хоба! Я пуск получает информацию по 5 органам чувств. Боковой, да? Реально вкладываешь? Реально. Жестко. Интересно, да. Уходит в сторону. Вот. А уходит в сторону. Реально, в меня! Меня! Возникает состояние расслабления. Длительный марш-поход 50 километров. Всего время 10-15 минут. И вы за это время должны максимально восстановить свои силы. И вот при этом возникает состояние расслабления. Уравновешенность и устойчивость к стрессу. В жизни человек, как правило, бьет в голову, и у него есть программа мотивации, программа ярости, гнева. У него центр масс, центр тяжести повышается, он становится менее устойчив физически. Удар в область паха, удар в глаза, работа. Сделать эту технику спортсмене в спарринге очень тяжело, потому что у спортсмена нет программ в голове, у него чисто безусловные рефлексы. Он вышел, раз, два, ноги, руки, там область печени.
два. Дыхание спокойное, дыхание глубокое, дыхание ровное. Тело максимально напрягается, там, где дотронулся железобетон. Голова запрокидывается назад. Все, каталептический мост, пошел. Пошел, приподнимаем. Приподнимаем выше. Это назад. Все, каталептический мост, пошел. Еще выше приподнимаем. Состояние анестезии, не чувствуешь огонь. То есть вот мозг получает информацию по пяти органам чувств. Боковой, да? Реально, вкладываешь? Реально, жестко. Интересно, да, уходит в сторону. Да, уходит в сторону. Что, войду в то состояние, вот если я сам научился расслабляться, я могу это расслабление передать себе. Сердце бьется спокойно и ровно. Пульс в висках ровно. В состоянии тепла я могу это передать другому человеку. Очень хорошо это в бизнесе или когда он расслаблен, могу управлять своими мыслями и эмоциями, я могу эти мысли и эмоции трансформировать. Сила духа. Методы психокодирования создавали специальных групп внешней разведки. Как с него снять? И вы за это время должны максимально восстановить свои силы. Информацию. Спать! Возникает состояние расслабленности, тепла. Медленный глубокий вдох и медленный глубокий выдох. На вдохе спокоен, на выдохе расслаблен. Дыхание глубокое, дыхание. Состояние расслабления и глубокой мышечной релаксации. Сердце бьется спокойно и ровно. Пульс в висках ровно. Образы, звуки, запахи. Пульс в груди ровно. Пульс в сердце ровно. Руки начинают приподниматься вверх. 7, 8, 9. Обратный отсчет от 10 до 0. И мы почувствуем прилив сил и энергии. Выспались 8 часов. Все тело максимально напряглось. 10, глаза открыл. Нет, вырос. Разбалансировали мышцы лица. В жизни человек, как правило, бьет в голову. И у него есть программа мотивации, программа ярости, гнева. Активизировались. Так, запомните, мизинец – это сердце. Если останавливается сердце, то, например, он откусывает мизинец. Если инсульт – это большой палец. Если болит голова – вот эта точка. Вот эти точки – мазь. У него центр массы, центр тяжести повышается, он становится менее устойчив физически. В голове программа, там правый в голову, ну, это высший уровень. То есть ты видишь, вот, вот уже вышел. Ну, дальше же я с этой руки, но! Основная идея – научиться переключаться с умственного стресса, эмоционального, на физическое наше тело. Смотри-ка, это вообще, ты не видишь, я тебе посмотришь видео, обалдеть. То есть ты видишь, вот, вот уже вышел. Ну, дальше классический боксерский. Я на этом движении, тут я руки, а здесь... Хова! Ага, посмотри. Пошел. Хова! Провал один. Да. Еще раз. Но! И человек устает не от физической работы. Он устает от умственной перегрузки. С темой, с центром массы, с его позвоночника. И я его повел, как самолет, на посадку. Крюков. То, что демонстрировал спортивного самбо. И более мягкие техники на основе айкидо, тайчи, двоечка, раз, раз, два, три, четыре. То есть это мягко. Тонкая работа на уровне психологии, энергетики. Главное на переключение внимания, работа с сознанием. Спать! Иногда на этих видео, ну, людям не объясняешь, что это мягкие методики. Раз, два, и что качнул, качнул, я ему решил грудак. Боксер подсаживается, приходится в нос, сломан нос, он падает. Рядом там был тренер по боксу. Это же классика бокса, кросс через руку. Какой нахер это бесконтактный бой?
Приезжает скорая, его на носилках увозят. Группа занималась человек 6-10, на следующий день никто не пришли. На самом деле это просто определенные психотехнологии. Написал методику быстрого погружения в сон, которую использовали военные. В определенных уровнях попробовать это форсированный альфа-гипноз или 10-15 там заниматься психотерапией, да, изучать техники гипноза, самогипноза, да, есть более мягкие. Она работает, как это изначально было, игрушечные бригады и РВСН пошло. Вот сейчас вы познакомились только с этим. Какие техники, вот здесь. Вот вам бокс, вот карате. Посмотрите, вот вход, лоу-кик. На сегодняшний момент система комплексная, которая включает в себя лучшие техники бокса, кикбоксинга, карате, самбо, дзюдо, джиу-джитсу, адаптированные для уличной самообороны, а также техники на основе ножевого боя. Меня. Посмотрите, если я сейчас буду делать отпор ножа, спасибо. Как я давно занимаюсь рукопашным боем, эта система вмещает в себя очень много интересных техник и практик, которые универсально действуют против всех стилей, которые только есть у нас. Система четко работает, четко себя зарекомендовала. Результат вы все видите. То есть всем бы, конечно, хотел посоветовать, что лучше системы при неожиданной атаке и при атаке агрессивной я еще не встречал.